купил вчера козленка, привел, посадил, значит, с козой его отдельно. Ночь они просидели. Сегодня с утра я как всех на пастбище выгонять. А привязал его на веревочку и буквально повел. Ну, потихонечку вроде бы со стадом идет, правда, упирается. Потом смотрю, как-то все к козе, козе ближе подходит, так бочком, бочком к ней все прячется за нее. Потом вообще его отпустил. И все, уже он вместе стоят, травку едят, уже все. Быстро привык. Ну, пока что быстро так. Не знаю, как дальше, но... В общем, первый раз покупаю вот так вот со стороны козликов. Ну, все, быстро привык. А то, думал, убежит. Вот он у меня такой коричневый.